В селе Актемцы Хангаласского улуса открылся музей образования в историческом здании школы 1874 года постройки. В годы гражданской войны ученики этой школы сражались в рядах красноармейцев. Многие полегли за советскую власть. Здесь была создана первая пионерская дружина, комсомольская ячейка в улусе. Во время Великой Отечественной здесь работала ученическая бригада, заготавливавшая сено и занявшая первое место по республике. Здесь, конечно, учились многие видные люди, известные люди не только в Улусе, но и в республике. Так тоже, значит, в архиве мы нашли, что здесь учился отец Ксенофонтовых, Василий Никифорович Ксенофонтов. Так, здесь также учился, ну, из как бы ближайшей истории, здесь учился наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Ну и многие другие.